Привет, друзья! Сегодня снимаем видеообзор на интересные наколенники производителя Mad Bull. Данные наколенники поставляются в двух размерах SM и LXL. В чем особенности данных наколенников? Они внешне чем-то похожи на модель Тора, наколенников Тор. Внешний материал данных наколенников кевлар. Кевлар – это материал, который не стирается об асфальт, очень прочный. Вот это все нашит кевлар в районе коленной чашечки. Защищает коленную чашечку пластиковая вставка. По бокам имеются неопреновые вставки, неопрен перфорированный, так что он дышит и вентилирует вашу ногу. 4 вставки. Данный наколенник надевается как хомут на ногу и затягивается регулировкой на липучках. Очень удобная модель не только для мотоциклистов, но и для людей, занимающихся активными видами спорта, катающихся на велосипедах, даунхилл, ролики, скейт, прыжки. Внутренняя часть влагопоглощающая, гипоаллергенная, приятная на ощупь, их легко стирать. Данные наколенники практически не будет видно под обычной одеждой. Отличное решение для людей, которые не хотят надевать огромные наколенники на ногу.